Мы готовы, так что можем начинать. Итак, официально я хочу приветствовать всех из Женевы. Добрый день, добрый вечер. Спасибо за ваше участие, за то, что вы к нам присоединились. Это уже традиция наших встреч, уже с 2016 года, с нашей встречи в Мехико. Меня зовут Аня Генго, и я работаю для секретариата IGF вместе с моими коллегами, которые занимаются региональной тематикой. Это главная сессия, которая была полностью организована, и она происходит как инициатива снизу, и мы будем говорить про значение интернета во время чрезвычайных ситуаций. До того, как я предоставлю голос нашему главному куратору, моим коллегам, мы начнем эту сессию. Очень грустная информация насчет того, что произошло во время этой встречи. Эта встреча другая, и главное заседание тоже будет другое. Это очень грустно, но заодно мы будем помнить о наследстве, которое оставила Мэрилин Кейн, наша коллега. Многие из вас были знакомы с Мэрилин. Она должна была быть сокуратором этой сессии вместе с Флавио, но, к сожалению, во время сессии IGF мы узнали, что Мэрилин ушла из жизни. Это очень грустная новость для всего нашего сообщества, потому что она оказывала нам огромную поддержку. Она сотрудничала с нами много лет. Она всегда присутствовала в нашей экосистеме, ей будет очень не хватать, и мы ее никогда не забудем. Когда мы думаем о том, что она оставила за собой, я хочу, чтобы мы почтили ее минутой молчания. Спасибо. Спасибо всем. Итак, мы вернемся к нашему заседанию. Я хочу предоставить голос господину Мерлиндума, который начнет это заседание, а потом профессору Флавио Окнеру, который является представителем наших участников и который ведет в нашу тему. Пожалуйста, Мэри. Мэри, мы тебя не слышим. Но Мэри, некоторые проблемы. Я попрошу Флавио. Флавио, вы меня слышите? Да. Мэри. Добрый день, добрый вечер всем, несмотря на то, откуда вы к нам присоединились. С вами Мэри Гудума, я из IGF в Западной Африке. Я здесь координатор, и, как уже сказала Аня, это главное заседание НРИ. Во время каждого IGF мы тоже организуем нашу главную сессию, главное заседание. Со мной мой ко-модератор, это должна была быть Мэрилин Кейн, но я хочу здесь, так как я не стала почтить ее память, с нами Флавио из Бразилии и другие участники. Вы из разных НРИ, и мы их представить, они выступят перед нами. А наша тема сегодня – это роль интернета во время чрезвычайных ситуаций, бедствий и катастрофы. Приветствуем всех, эту сессию организует НРИ.
это открытая инициатива, инициатива снизу, основанная на консультации с участием всех НРИ, и мы сосредоточимся на конкретных практиках, которые связаны с цифровыми технологиями, и обсудим, как эти технологии могут нам помогать во время чрезвычайных ситуаций, в том числе COVID-19. С нами участники из разных частей мира и представляют разнообразные взгляды, разнообразные перспективы. Мы знаем, что у наших участников только по 3 минуты, и, пожалуйста, об этом помните. Перед нами 4 темы, 4 блока. Первая начинается сейчас, и она пройдет до 17:15, до 17:06. С нами мой коллега Флавио, господин Флавио из Бразилии, из IGF. Когда вы будете высказываться, пожалуйста, говорите медленнее, и чтобы и другие вас могли понимать, и чтобы переводчики преуспевали с переводом. Можно тоже поднимать руку, используя инструменты Zoom. Можете тоже писать свои замечания и вопросы в чат. Пожалуйста, помните, что голос каждого из вас очень важен. Мы понимаем, что мы знаем, что мы организуем опросник, голосование. Пожалуйста, голосуйте, будьте интерактивны. Это то, что я хотела сказать в самом начале, а сейчас предоставлю слово моему коллеге Флавио. Большое спасибо, Мэри. Для меня большая честь участвовать сегодня в этом заседании, выступать с Мэри и быть координатором этой сессии. Я думаю, что нам всем очень не хватает нашей подруги Мерлин Кейт. Она должна была быть здесь с нами. Она была лидером НРИ. И эта сессия, мы посвящаем эту сессию ее памяти. Давайте перейдем к первой теме. Мы подготовили опросник. И мы будем голосовать в начале каждой части нашего заседания. Мы потом предоставим результаты. Вы можете голосовать в любой момент. Они будут доступны постоянно во время нашего заседания. Пожалуйста, будьте активны и участвуйте в голосовании. Первая наша часть касается интернета, который увеличивает выносливость в мира. Пандемия COVID-19 показала, что интернет играет ключевую роль в условиях ограничений, когда мы вынуждены учиться онлайн, работать онлайн. В таких ситуациях увеличил ли интернет устойчивость, выносливость вашего общества? Это первый вопрос к нашим участникам. Я знаю, что среди наших участников есть господин Люсиан Касик из IGF, господина Кристина Рульна из Колумбии, из IGF, и господин Кусей Алшати из арабского IGF. Аня, мы можем показать наш первый опросник, первое голосование? И давайте начнем с Люсиан Кастекс. У вас 3 минуты. Большое спасибо, Флавио. Добрый день всем. Приветствую. Я сокоординатор французского форума, я представитель публичной политики АТНИК. Так как мы сейчас находимся на глобальном заседании, я перейду на французский язык. Во время этого санитарного кризиса мы играем важную роль, и мы работаем так, чтобы мы могли во Франции участвовать в образовании, учиться. У нас сейчас особая ситуация, это чрезвычайная ситуация, нужно предпринимать строгие санитарные меры. Как вы знаете, у нас заново был введен карантин. Цифровые технологии и данные играют сегодня существенную роль в борьбе с пандемией.
Все, конечно, должно проходить при условии уважения прав человека, с соблюдением наших важнейших правил и прав. Мы проводили дебаты на тему отслеживания контактов, отслеживания граждан. Мы вели переговоры насчет того, не нарушает ли это прав и свобод. Жан-Поль Сартр, великий французский философ, много говорил про такой подход к человеку. И это то, что сейчас находится в центре нашего внимания. Мы пытаемся действовать так, чтобы наши действия образовывало общество, в котором интернет играет ключевую роль. Когда появился COVID-19, появился также вопрос интернета. Интернета как пространства и способа решения различных проблем. Французский IGF очень разнообразен, я не буду об этом говорить подробно, у нас много разных членов в нашем составе, и появились новые модели, которые мы вводим во Франции. Во Франции мы меняем способ образования, мы меняем способ внедрения различных технологий и программ, которые способствуют действию различных сообществ. Что касается французского форума, мы решили, что мы разделим этот наш IGF на несколько сегментов. Во время сессии, которая прошла в октябре, мы задумались над поляризацией интернета. Мы провели мастер-классы на тему ответственности в интернете. Такие мастер-классы мы будем проводить также в будущем. Их суть в том, чтобы задуматься над этой темой. Есть три основные темы, которые появились по ходу таких дискуссий. Первая вещь – это цифровая уязвимость, которая связана с санитарным кризисом. Это связано с новыми интернет-ресурсами, новыми интернет-инструментами. Появляются новые услуги, новые способы общения, и все это связано с различными экологическими вызовами и задачами. Есть тоже вопросы, связанные со всем территорией. Мы знаем, что COVID присутствует везде. А теперь попрошу госпожу Ибонитес из колумбийского IGF. Сесина Анита Бонитес, пожалуйста, вам слово. Большое спасибо. Я приветствую всех, приветствую всю нашу семью, всех участников нашей дискуссии. Я управляющий директор из Министерства информации в Колумбии. Я благодарю за слово, благодарю за приглашение. Мы говорим о том, что интернет – это тот инструмент, который поддерживает нашу общую экономику и активность во всем мире. В Колумбии огромной группой наших предприятий являются средние и малые предприятия или микропредприятия. В них происходят цифровые процессы, которых проходят при поддержке интернета. Колумбийское правительство, которое занимается публичной политикой, которое пытается создать такие инструменты, предоставить такие инструменты фирмам, которые помогут им повышать свою конкурентоспособность, которые позволят им развивать свою эффективность. Очень важным инструментом являются инструменты законодательные, связанные с кибербезопасностью и цифровыми инструментами. Предприятия вынуждены учитывать также размер организации. Организация проходит процесс цифровизации, нацелен на увеличение продаж, доходов. С другой стороны, что касается технологических инструментов, со стороны Министерства информации и коммуникации и технологий, в котором я работаю, предприятиям
мы предоставляем поддержку. Мы имеем в виду, например, такие предприятия, у которых нет интернета, сайтов. Мы им помогаем, мы им предоставляем специальный набор инструментов, который позволяет получить интернет-поддержку. Мы поддерживаем, мы им помогаем организовать сайты, основать сайты, мы им помогаем функционировать в интернете. Мы понимаем, что интернет — это важнейший инструмент в стратегии борьбы с COVID-19. В Колумбии мы сейчас предпринимаем меры, нацеленные на увеличение уровня соединений, связей в нашей стране. Только 50% семей имеет обеспеченный доступ к интернету. Мы бы хотели подключить следующие 20% до 2022 года. Это основной вопрос, это самая главная задача в нашей политике коммуникации. Все наши меры сосредотачиваются на том, чтобы добиться этой цели, чтобы граждане нашей страны могли использовать интернет для работы, для бизнес-целей, для образования и для других целей, которые являются важными с точки зрения общества. Очень важно, чтобы жизнь наших граждан была проще благодаря доступу к интернету. Большое спасибо за внимание. Большое спасибо за твои высказывания. А теперь перейдем к нашему третьему участнику. И первый вопрос, на который ответит господин Кушай Альшати. Спасибо. Я хочу начать мое высказывание с почтения памяти Мерлин, моей замечательной подруги. Я хочу поблагодарить тоже всех, кто с нами здесь, на этом заседании. Это очень важная тема, тема роли интернета во время чрезвычайных ситуаций. Нет никаких сомнений, что интернет доказал, что он самый важный инструмент, что он необходимый инструмент, который мы пользуемся постоянно в такие беспрецедентные времена. Мы сейчас практически в заперти географической локализации. В связи с санитарным режимом нам нельзя перемещаться. Нет никаких сомнений, что интернет помогает нам облегчить борьбу с последствиями пандемии. Наши основные нужды выполняются, что касается и общения, что касается работы, что касается ведения бизнеса. Интернет делает это возможным. У нас есть, конечно, телевидение, радио, но все еще в интернете мы ищем информацию. Интернет стал для нас главным каналом, благодаря которому мы на связи с другими людьми и на котором мы ищем информацию на тему пандемии, на тему санитарного режима. Мы читаем информацию на тему ситуации, в которой мы все находимся, и на региональном, на международном, на глобальном уровне. Интернет показал, что он является главным инструментом для реализации таких задач. В связи с тем, что роль этого инструмента так большая, правительство, фирмы, сообщество нуждается в доступе к интернету. Правительство оказывает поддержку в доступе к интернету, финансовую поддержку. Я имею в виду интернет величиной 5 гигабитов. Мы говорим о доступе, о возможности доступа к интернету, чтобы любой человек мог получать информацию, используя интернет.
благодаря интернету люди дальше занимаются бизнесом, пользуются услугами электронного здравоохранения. Мы сейчас работаем дистанционно. Мы привыкли так работать. Мы ведем наш бизнес дистанционно. По удаленке мы обеспечиваем наши основные потребности. Мы общаемся с друзьями, с семьей. Некоторые из этих тенденций будут продолжаться не только во время пандемии, но тоже когда она закончится. Я думаю, что это будут постоянные явления. Мы к ним привыкнем. И, например, встречи онлайн. Ведь это замечательные встречи. А можно вас попросить подвести итоги, пожалуйста? Хорошо. Некоторые из этих тенденций будут дальше присутствовать в нашей реальности. Они с нами останутся после пандемии. Это касается сотрудничества онлайн, встреч онлайн, бизнес-встреч, общений, а также различных услуг, которые правительство предоставляет онлайн. Я думаю, что эти инструменты останутся с нами также после окончания пандемии. Оказывается, что интернет просто для нас очень важен, и избавиться от него невозможно. Он преодолевает все другие средства коммуникации, и телевидение, и радио. Спасибо большое, Хусай. COVID-19 – это такая катастрофа, которая также усугубила разные политики, которые касаются цифровой политики. Очередной вопрос. Какие проблемы были самыми значимыми в ваших сообществах именно в этом контексте? Я попрошу госпожу Танару Лаушна из бразильского ИГФ. Вам слово, пожалуйста. Спасибо большое, Флавио. Добрый вечер. Меня зовут Тамара Лаушнер. Я координатор и председатель Организационного комитета бразильского ИГФ. Это организация, которая встречается регулярно с 2011 года. И COVID-19 – это огромный вызов для нашего интернета. С марта начало увеличиваться количество заболевших в COVID, были введены разные меры, также и общественные меры. Интернет был подвержен давлению. Из-за того, что другие страны ввели разного рода средства, мы также ввели соответствующие меры, которые следовало ввести в этот период сложных обстоятельств. Появились проблемы, которые касались сети, которая начинает зависать. И также на то, что увеличился трансфер информации в Бразилии по интернету, то количество этих пунктов не увеличилось. Мы справлялись с такими пиками. У нас были также проблемы с фейк-ньюзами, с дезинформацией. Пандемия показала, что интернет играет ключевую роль в таких ситуациях, как, например, когда вводятся сложные, строгие рестрикции, ограничения. У людей должен быть доступ к интернету, чтобы получать апдейт, чтобы получить новейшую информацию на тему того, что происходит, на тему рекомендаций властей. Интернет показывает тоже возможности дезинформации, когда граждане должны быть сосредоточены на том, как бороться с проблемами, которые их касаются. Дезинформация является большой угрозой. И наши граждане
говорят о проблемах, связанных с дезинформацией. Наш Конгресс сейчас работает над законопроектом, который снижит дезинформацию, но эксперты и стейкхолдеры говорят об рисках, особенно рисках, связанных со свободой слова, с секретностью информации и защитой данных. И от имени бразильского НРИ я бы хотела тоже почти в памяти Мерлин. Нам очень грустно, мы о ней не забудем. Большое спасибо. Большое спасибо, Тамара. А теперь давайте перейдем к Дженнифер Лопес из Панамы. Добрый день, Флавио. Добрый день всем. Как уже говорили все мои коллеги, пандемия COVID-19 увеличила потребность в транспарентном управлении интернетом. И тоже необходимо решить вопросы, связанные с конфиденциальностью. Панама добилась огромного прогресса в области цифровизации. Мы смогли идентифицировать несколько и задач, и проблем, но и шансов, связанных с использованием интернета. Наша публичная политика, наши религиозные рамки, законодательство помогает нам побороть интернет-разрыв, цифровой разрыв. COVID очень сильно повлиял на наш стиль жизни, и нам необходимо реагировать, чтобы справиться с текущими задачами. Мы постарались создать возможности для дистанционной работы. Мы постарались внедрить соответствующие изменения в Трудовой кодекс. Мы пытаемся также актуализовать наш Трудовой кодекс, учитывая все задачи, связанные с дистанционным режимом работы. Стихийные бедствия, с которыми сейчас справляемся, они принудили нас тоже ввести соответствующие меры для того, чтобы защитить сеть, чтобы защитить доступ к интернету. Это касается и публичного, и частного сектора. Это связано прежде всего с финансовым сектором и дистанционной работой. И наш сайт Panama.gov был создан с той целью, чтобы интегрировать различные цифровые каналы, которые создаются публичными институтами. Это место, за которым наблюдают пользователи постоянно. Правила защиты данных, уязвимых данных. Там уважаются и соблюдаются, и правительство создало также конкретное направление развития, цифрового развития и цифровой модернизации. Правительство подготовило различные инновационные программы. Конечно, это все должно быть снабжено соответствующим бюджетом. Мы создали тоже план солидарности для Панамы, который обеспечивает такой основной фонд для самых бедных семей. Они нуждаются в разнообразной поддержке. И система использует данные на тему тех самых нуждающихся групп. Достаточно подтвердить свою идентичность при использовании данных, которые знает только определенный человек. Так что мы пользуемся интернетом, но заодно мы сосредотачиваемся только же на конфиденциальности, потому что такая ключевая информация может быть доступна для любого человека. Конечно, пандемия повлияла на увеличение интенсивности коммуникации в интернете, но безопасность, защита требуют новых норм. Это все очень важные задачи и нужны разнообразные новые решения. Это все требует постоянного совершенствования технологий. Панама будет
обращать внимание на то, чтобы ее электронная политика преуспевала за текущими процессами. Я уже подхожу к концу. Хочу сказать, что под воздействием пандемии COVID-19 мы, безусловно, будем сосредотачиваться на инновациях. Большое спасибо, Дженнифер. Здесь попросил взять слово господин Тимофей из России. Вам слово. Ну, пожалуйста, коротко, потому что мы уже перебрали время. Я хотел бы поблагодарить организаторов за возможность поделиться нашим опытом. Конечно, у нас есть необходимость большего количества достоверной информации, но эта информация должна представляться понятным образом. Мы также должны бороться за внимание пользователей, и поэтому мы создали центр в России, который занимается любого рода общественной информацией, которая касается коронавируса. И это огромный вызов, потому что, с одной стороны, интернет, соцсети и также коммуникаторы могут быть замечательным источником фейк-ньюсов. Это могут быть вполне ложные сведения, ложная информация. Бывают такие фейки, которые могут являться угрозой для здоровья и жизни пользователей, которые, например, касаются разных способов лечения коронавируса, которые не соответствуют медицинским заданиям и могут довести до летального исхода. Поэтому эта пандемия – это то, от чего мы хотели защитить нашу страну. Люди слышат разные истории, начиная с того, что водка лечит коронавирус, или другие истории, что это все происходит от Билла Гейтса. Поэтому мы сосредотачиваемся на том, чтобы эта официальная коммуникация именно дошла до потребителей. Это информация, которая отправляется из официальных государственных аккаунтов на платформы с крупными блогерами. И у нас свыше 60 таких каналов, которые соответствуют региональным и центральным офисам. Они отправляют достоверную информацию и опровергают фейки, фейк-ньюсы, то есть информацию, которая является непроверенной. И иногда за 30 минут мы в состоянии мобилизовать к действиям даже полицию, которая реагирует на тех лиц, кто распространяет ложную информацию по всех 85 регионах России. Мы создали такой короткий механизм, чтобы устранять за считанные минуты эти ложные ньюсы. COVID принес с собой вызов, но также дал возможность создавать коммуникацию, которая опирается на доверие. Благодаря этому у нас есть возможность открыто рассказывать о пандемии. Мы планируем также организовать конференцию на эту тему в сентябре следующего года. И я хочу пригласить вас всех, если эпидемия нам позволит, чтобы вы посетили Россию и чтобы мы поговорили об этом информационном кризисе. А сейчас я хотел бы еще поощрить всех, чтобы вы читали чат. Я там еще оставлю информацию, надеюсь, что она будет для вас полезной. Спасибо большое, господин Тимофей. Мы уже перебрали время, которое было выделено для этого первого блока. У нас нет конкретных вопросов на чате, поэтому перейдем плавно ко второму блоку этой сессии. Он будет сосредоточиться на том, как технология может помогать людям. И я попрошу Аню, чтобы она запустила вот второй вопрос для голосования. Мы задумаемся над тем, как какие хорошие, лучшие практики могут быть созданы при реакции на такие катастрофы. И у нас из Италии Эммануэло Джирарди, потом из Доминикани Асфальдо Эрафуэли и регион Азии и Тихого океана госпожа Дженнифер Чанг. Пожалуйста, мы начинаем с госпожи Эммануэло Джирарди из Италии. Я
еще раз попрошу, чтобы высказывающиеся не перебрали время. Спасибо большое за приглашение. Я являюсь частью итальянского ИГФ, и я хочу поговорить об использовании технологии, которая опирается на данные. В марте 2020 года в Италии началась пандемия. Это был первый регион мира, который должен был справиться с этим вызовом. Мы не были подготовлены, но у нас были исследователи, которые занимались искусственной интеллигенцией, и они собрались и собрали данные, которые помогают правительству, министерствам реагировать на это стихийное бедствие. Я хочу упомянуть три инициативы. Первая – биоэтическая, вторая касается образования, и третья, даже вот коллега из России и Бразилии об этом говорили, это вопрос искусственной интеллигенции. Группа исследователей проанализировала белки, которые являются основой для действия лекарств. И эти данные были очень полезными для тех врачей, которые искали в базе существующих лекарств, которые могут тут же быть применены для борьбы с COVID-19. Второе – это анализ образования. Вторая группа ученых сотрудничала с рентгенологами, которые исследовали образ легких, которые заражены ковидом. И они научили нас более эффективно распознавать именно эту болезнь. И третий вопрос – это действительно этот приток фейк-ньюсов. Мы были выставлены на огромное количество ложной информации. И как мы слышали, не вся информация, которую мы получали, была достоверна. И очень трудно простому получателю этой информации найти достоверный источник, опираться на достоверную информацию. Поэтому очередная группа итальянских ученых использовала модель искусственной интеллигенции для того, чтобы анализировать данные из соцсетей и провести мониторинг этого залива, этой недостоверной ложной информации. Они даже определили показатель инфодемии, и этот коэффициент был сигналом тревоги для итальянского правительства, который позволил контролировать эмоции, подход граждан. В начале пандемии этот коэффициент составлял 30 на 100. Спустя 3 недели локдауна началась официальная государственная коммуникация, были внедрены политики, и этот коэффициент упал до 3, то есть драстически снизилось количество фейк-ньюсов. Мне кажется, что мы хотим послушать также и другие страны, поэтому спасибо большое, я передаю тебе микрофон. Спасибо за очень сжатое высказывание. И сейчас давайте перейдем к Освальдо Валанкрента. Тебе слово. Тебе слово, и у тебя в распоряжении 3 минуты. Спасибо большое. Здравствуйте. Все, я хочу поздравить всех, кто говорил до меня, кто высказывался на тему интернета в контексте стихийных бедствий и катастроф. Если посмотрим на те инструменты, которые могут быть использованы для того, чтобы бороться против таких ЧП, ученые из нашей страны, но также и из Аргентины, из Коста-Рики, создали такой интердисциплинарный форум. Мы старались сделать выводы из локдауна, из обязательств, чтобы соблюдать расстояние и так далее. И целью этого было то, чтобы прийти к некоторым заключениям, придерживаются ли граждане к этим ограничениям. И информационные технологии переводятся как-то на эмоциональное состояние наших граждан. И оказалось,
что большинство наших граждан оставалось очень активным во время локдауна. Они использовали телекоммуникационные технологии для того, чтобы выходить на связь с семьями, со знакомыми. Они учились чему-то новому. Они проверяли очень многое. Мы проверяли также и такой сценарий, где не было доступа к технологии, к интернету. Мы проверяли именно такие возрастные группы. И эти эмоциональные состояния были очень разными. Они зависели от доступа и отсутствия доступа к технологии. Что касается отношений с другими людьми и обучения новым вещам, тут эти результаты отличались. Мы заметили, что пожилые люди должны обучаться больше в использовании технологии для того, чтобы у них была большая возможность поддерживать эти общественные контакты, чтобы улучшить их цифровые компетенции, потому что они с удовольствием принимали технологию. Но правительство Доминиканы усердно работало над тем, чтобы разработать политику, которая является цифровой. И продвигаются тут прежде всего услуги, которые являются доступными онлайн, которые могут улучшить доступ отдельных услуг, связанных с налогами, разрешениями и так далее, для того, чтобы любой человек мог более эффективно, быстрее, более безопасно именно в это время получить эти услуги и иметь доступ к этим услугам. И оказалось, что это все сработало очень хорошо в это трудное время. И существует еще одна область, где правительство активно действовало, применяя именно анализ данных, а именно информирование, например, о близости коронавируса. Были внедрены разные программные приложения на мобильнике, чат-боты, которые позволяли провести самодиагноз или анализ рисков. И оказалось, что это все работает очень хорошо. Эпидемические власти в состоянии лучше отслеживать контакты. Они, конечно, соблюдают все политики, связанные с конфиденциальностью. Из того, что мы знаем, Асфальда, я прошу тебя, чтобы ты уже подходил к концу, да, это уже последнее замечание. Как мы знаем, дистанционная работа, дистанционное обучение и разные программные приложения, которые продвигают такие действия в сети, оправдались, и они оправдались также и в нашей стране в это трудное время стихийного бедствия. Спасибо большое, Асфальда, за все то, что ты сказал. А сейчас Дженнифер Чайко, которая представляет регион Азии и Тихого океана. Тебе слово. Спасибо большое, Флавио. Меня зовут Дженнифер Чанг. Я говорю от имени ИГФ по Азии и Тихому океану. Я хочу выразить свое восхищение коллегами, которые говорили об эффективных решениях, которые были применены во многих странах в это трудное время пандемии. Как мы все знаем, регион Азии и Тихого океана – это очень разнообразный регион, по-разному здесь развиты экономики, иногда они в переходном периоде, и сама пандемия именно происходит из этого региона. Появилось множество разных способов, как справляться с эффектами, результатами пандемии. Мы их видим во всем регионе. Три страны хвалятся за огромный успех в управлении кризисом. Я отношусь к Новой Зеландии, Южной Корее и Тайване. Но также и Вьетнам очень хорошо справляется. И это очень интересно, потому что это как-то совсем опровергает то мнение, что только зажиточные страны, которые очень хорошо справляются с кризисными ситуациями, и в этой хорошо справляются. Но тут оказывается, что то, что считалось, это инновационность. И Тайвань является хорошим примером. Тут сильная экономика, которая очень хорошо справляется с разными рисками. И граждане доверяют правительству. Была также очень четкая дорожная карта разных действий, отслеживание контактов. И многие люди
имели опасения, связанные с конфиденциальностью, с приватностью, когда они смотрели на программное приложение. Но это сработало. И еще одно, о чем мы говорили раньше, это проблемы, которые сопутствуют сообществам, у которых есть трудности с доступом к интернету. В традиционной ситуации очень трудно дойти до этих сообществ, но если к этому добавим еще давление, которое связано с COVID-19, эта ситуация еще труднее. И тут у нас ситуация Бангладеша, где правительство очень быстро отреагировало и создал отдельный канал, который был адресован лицам с ограниченными возможностями, которые объясняются языком жестов. И я знаю, что мне уже нужно закругляться, и уже перейду к последнему пункту, который, по-моему, является очень важным, и который уже появился в этом году. Мне кажется, и коллеги уже немножечко об этом говорили, все подвергается оцифровке, но существует цифровой разрыв, который еще усугубился, и адаптирование к использованию разной новой инфраструктуры. На примере Филиппин, например, студенты или даже ученики должны были выходить на деревья, чтобы у них был лучший сигнал. И это показывает, как мы должны анализировать всесторонне, как нужно определить, изменить наш подход, хотя бы в образовании, чтобы у тех, кто самый худший доступ, смогли продолжать обучение. Я вижу, что кто-то из Южной Африки будет говорить после меня. Я надеюсь, что будут обсуждены те способы, которые там были применены. Спасибо, Дженнифер. Говоря о лучших практиках использования технологий в борьбе со стихийными бедствиями и катастрофами, мы сосредоточимся сейчас на очередных говорящих. Будем говорить о лучших практиках. Дастин Луб из США и Ольга Кавелли из Аргентины. Дастин, тебе слово. 3 минуты. Спасибо, Фабио. От имени американского ИГФ я хочу в первую очередь поблагодарить всех за огромную поддержку. Что касается Мерлин, то, что произошло, это огромная потеря для нас. Но я считаю, что она с нами путем ее работы, через ее работу. И у нас также COVID-19 доминировал наши дискуссии. И мы собрали видеозаписи лиц из разных частей США, которые говорят о своем опыте, касающемся интернета, какую роль он сыграл в их жизни сейчас. И у нас, например, один из услугодателей в области медицины, которая в несколько раз увеличил количество предоставляемых услуг в октябре. Например, телеобследование для заключенных, которые не смогут даже увидеться со своими семьями. И эти интернет-услуги, конечно, учитывая, что те, кто предоставляет эти услуги, должны обладать соответствующими компетенциями, и знания также должны обеспечиваться заранее. Они очень оправдались. Правительства должны понять, насколько важны эти цифровые решения. Это телепомощь разного вида, телемедицина также получает все большее значение. Чего не хватило? Не хватило того, что мы убедились, что технология уже существует, но существуют и законодательные трудности, также трудности, связанные с разными институтами, которые все это усложняют. Но и правительство, и местные власти предпринимали действия, которые облегчали функционирование телемедицины. И тут действия правительства, которые освобождают от разных ограничений, которые дают разрешение на функционирование таким образом, позволяют на то, что эти услуги очень быстро внедряются. Но цифровые
решение требует того, чтобы был доступ к интернету с обеих сторон. И мы тут видим такой цифровой разрыв. Мы не в состоянии предоставлять такие услуги, если инфраструктуры не существует. К счастью, многие компании и национальные, и местные очень быстро задействовали свои возможности, чтобы выбраться из этого положения. Очень быстро оказалось, что нам нужно разработать устойчивые решения, которые будут готовы на очередное такое бедствие или катастрофу, а не только одноразовые действия. Спасибо большое, Дастин. Ты действительно уложился в 3 минуты. И Ольга из Аргентины, пожалуйста. Флавио, большое спасибо. Приветствую из Буэнос-Айрес. Меня зовут Ольга. Я представляю ИГФ в Аргентине. Я хочу поговорить о том, что мы говорим в сельских местностях, что мы говорим и делаем в моей стране. Я хочу напомнить Мэрилин Кейк. Я уверена, что она сегодня с нами, потому что она всегда была очень активна, и так и оно и останется. Большое спасибо за эту удачную сессию. Аргентина — это федеральное государство, у нас 23 провинции и столица, где географически мы просто являемся большой страной. В обычное время у нас нет формальных границ между провинциями, но во время пандемии нет возможности перемещаться между провинциями. Были введены ограничения, поэтому трудно было эти границы пересекать. Это незначимо, если не путешествуешь никуда. Но это стало огромной проблемой, особенно для мелких производителей продуктов для сельского хозяйства. Эти мелкие производители действительно оказались в очень затруднительном положении, потому что они не могли продать свои продукты, что являлось угрозой для их экономической ситуации. Что касается экономики, она очень мало сформализовано, то есть там отношения с банками не такие уж сильные. И для этой группы это было очень большим вызовом. Обычно эти продукты продаются где-то вблизи, в соседствующих городах. Часто им приходится пересекать границу провинции. На этот раз этого не получилось. И существует институт, который и занимается сельским хозяйством, и он пришел к такому выводу. И вот наш коллега нам рассказывал об этой идее, что удалось создать такую сеть. Это была торговая сеть, которая опиралась на солидарность. И эта сеть, эта система объединила несколько магазинов онлайн с помощью интернет-ресурсов. Коммуникация была онлайн с помощью мобильников. И связь была именно с этими мелкими производителями продуктов, благодаря чему они смогли продать свои продукты. Они также получили разрешение от правительства, чтобы путешествовать между провинциями. Эти мелкие производители смогли как-то выжить в этот период. И этот институт сельского хозяйства сотрудничал с ними даже несмотря на то, что не было формальных методов платежей. Это все ускорило во время пандемии. Этот опыт показывает, что в критическое время мы пришли к чему-то хорошему. Мы создали новую технологию. То есть методы платежей, в первую очередь, если бы кто-то хотел посмотреть, веб-страница этой инициативы доступна. Я ее запишу на чате, и я там размещу сноску, ссылку на этот сайт. Спасибо большое. Простите, у меня был отключен микрофон. Большое спасибо за это высказывание. Давайте перейдем к дискуссии, которая связана со второй блоком темы. С нами представитель Южной Кореи, который возьмет слово господин Янг Шанг Чой. Пожалуйста, вам слово. 2 минуты. До 2 минут.
какие-то технические проблемы были. Технология позволяет отслеживать контакты в контексте пандемии COVID-19. Самое главное, что наше правительство в Южной Корее, вместо того, чтобы вводить жесткий локдаун, наше правительство ввело образцы отслеживания контакта с учетом данных публичной коммуникации, путей перемещений. Необходимо здесь обеспечить равновесие между сбором данных и их конфиденциальностью. Для нас очень важно понимать, что в борьбе с коронавирусом нужно ограничивать риски. Правительство пытается бороться с опасениями, с дезинформацией. Технологии, которые основываются на базах данных, должны применяться в рамках законодательства с учетом уважения для конфиденциальности данных. Много информации предоставляется публично. У нас были изменены законоположения относительно защиты персональных данных. Мы ужесточили возможности использования данных. Что касается технологии отслеживания контактов, то это очень важные технологии. Целью сбора данных является борьба с коронавирусом для общественной безопасности. У граждан есть чувство без того, как важна безопасность их частной жизни. Но они помнят тоже о борьбе с пандемией. Итак, мы перейдем к третьей части нашего заседания, которая называется «Никого мы не оставим позади». Мы тоже подготовили голосование. Мне, пожалуйста, покажите наш опросник. Пожалуйста, отвечайте на вопросы, голосуйте. Первый вопрос в этой части дискуссии касается того, как обеспечить использование онлайн для борьбы с чрезвычайными ситуациями. С нами будут три участника, которых мы пригласили: господина Консолет из Леджи из Западной Африки, господин Замберто Замбрана из Боливии и госпожа Фернан Сигилс из испанского IGF. И так, пожалуйста, попросим первого участника взять слово. Я буду вам прерывать, потому что мы уже немного опаздываем. Я не вижу господина Понсолато. Флавио, давайте перейдем к следующему участнику. Итак, мы попросим господина Роберто Ронзано из Боливии. Флавио, я очень рад быть здесь с вами. Я очень рад встретить всех моих коллег. Я хочу подчеркнуть, что мы все в наших государствах в марте ощутили локдаун. У нас локдаун был введен 20 марта. И, конечно, сектор услуг почувствовал воздействие этого локдауна. Воздействие локдауна почувствовал также сектор образования. Все административные вопросы. Все было заморожено. Не было возможности нормально работать в этот период. Не было возможно выполнять важные задачи с точки зрения общества. И многие учреждения функционировали в публичном секторе, но, тем не менее, годами продолжается подготовка к таким кризисам. Требуется год, чтобы подготовить надлежащую инфраструктуру, чтобы быть готовыми к такой ситуации. Я хочу поделиться опытом, который я наблюдал в
в Ливийском самоуправлении. С самого начала, что я хочу подчеркнуть, мы видим, что технологии – это наш главный союзник. Но работа касается не только использования мобильных приложений или порталов, на которых предоставляются информация о предоставляемых публичных услугах. В этом видите тоже информацию о контакт-центре. Можно с ними быть на связи, используя мобильные телефоны. Мы также представили сотрудникам мэрии предоставить возможность работать из дому. Это была очень важная мера. Принятие этой меры позволило нам использовать и технологии, и улучшить коммуникацию с мэрией, с учреждениями, чтобы граждане получили информацию и чтобы имели доступ к услугам. Что произошло? Особенно в контексте количества людей, которых обслуживали до пандемии, около 40-50 тысяч граждан, которые пользовались такими услугами. После пандемии последние исследования показали, что сейчас этими услугами пользуются 250 тысяч граждан. Пандемия, конечно, была поводом большой грусти, но тоже принесла и положительные аспекты. Есть и положительные аспекты COVID-19. И среди прочего, именно рост темпов, рост импульсов, которые повлияли на развитие использования технологических услуг. Большое спасибо, Роберто. Спасибо, что ты уважал временные рамки. Ты закончил пунктуально. И теперь перейдем к господину Хернандесу Гиле из испанского IGF. Пожалуйста. Вам слово. Большое спасибо, Флавио. В Испании доступ к интернету высокой скорости позволил держать доступ к услугам, таким как образование онлайн, работа онлайн или публичные услуги онлайн. Мы ввели средства, решения, которые обеспечили доступ к сети, которая позволяла хороший трансфер данных. Благодаря законодательным решениям различные операторы могли инвестировать в интернет, что позволило расширить доступ к активам инфраструктуры. В Испании охват интернета составляет около 80%. Мы ввели регуляции, которые позволили обеспечить доступ к интернету на более широкой территории нашей страны. Сейчас мы хотим установить минимальную скорость, это 30 мегабитов в секунду. Новые законоположения вводятся также для того, чтобы гарантировать доступ недорогостоящего интернета для людей, у которых недостаточно средств. Во время пандемии полезным оказалось предоставление дополнительных ресурсов со стороны операторов интернет-связи, особенно инструменты, которые оказались полезными для бедных семей. Мы еще предоставляем бесплатные пакеты данных и обеспечение доступа к интернету для использования дома, для домашних целей. Следующий вопрос – это доступ публичных услуг. Чтобы помочь тем людям, которые на практике очень сильно почувствовали воздействие пандемии. У нас сейчас нет практически конвенциональных услуг. Услуги онлайн занимают их место.
Большое спасибо за ваше замечание. Большое спасибо, Феликс, за твое высказывание. И следующая часть, как приспособить политики к тому, чтобы оказать поддержку самым уязвимым группам. И мы сейчас попросим представителя ливанского IGF. Добрый день. Я согласна с тем, что уже было сказано, но я хочу напомнить о риск, которым подвергаются дети, когда они пользуются интернетом. Ситуация COVID-19 повлияла на то, что дети в сети проводят очень много времени. У них есть неограниченные возможности общаться, учиться, делиться своими взглядами, но заодно интернет может быть огромной угрозой для их безопасности. Необходимо защищать безопасность детей. Это очень важная задача в нашей стране. У нас требуется пересмотреть использование технологий для того, чтобы защищать детей. Мы говорили уже о безопасности детей в интернете во время кризиса. Мы обратили внимание на то, чтобы все сигнатарии сотрудничали в этой области, чтобы не стало слишком поздно для наших реакций. Нет соответствующей среды для детей в интернете. И эта проблема не только на уровне определенных стран, это глобальная проблема. Мы видим, что различный контент отрицательно воздействует на наших детей. Так что необходимо ускорить предприятие соответствующих мер, чтобы обеспечить безопасность детей в сети. Необходимо учреждать национальные комитеты, департаменты, которые будут сосредотачиваться именно на безопасности детей в интернете. И тот же комитет или комиссия, такая же комиссия, комитет работает в нашей стране над подготовкой материалов для учителей и родителей, которые помогут научить родителей и учителей, как защищать детей. Активность детей в режиме онлайн требует нашего воздействия. Нам необходимо сотрудничество между различными заинтересованными сторонами. Нужно сосредотачиваться на развитии умений. Нужно сосредотачиваться на том, чтобы обучать детей, как защищать себя в сети. Мы наблюдаем увеличение киберпреступлений во время локдауна и 9 жалоб в день передают дети. Прокурор уже перестал принимать эти жалобы. Эти жалобы передаются путем интернет-сайта. Мы предоставили горячую линию по кибербезопасности. И на эту линию наши граждане сигнализируют и случаи, и кибератак, и предоставляются специальные платформы, где можно представлять такие жалобы, чтобы бороться со злоумышленниками в интернете. Прошу подвести итоги. Хорошо, мы получили огромный опыт, мы многому научились, но важный урок в том, что нам необходимо координировать наши меры, и нам нужно работать вместе над актуализацией политики, над актуализацией законоположений и внедрять строгие решения, чтобы обеспечить безопасность детей. Спасибо. Спасибо, Заина. Конечно, защита детей очень-очень важная тема, особенно в такое время. А теперь и мы перейдем к дискуссии. С нами господин Госпитар Вукосагопал из Мауритуса.
Пожалуйста, Механдрна, вам предоставляется слово. Добрый вечер, я из Маврикия. Мы слышали, как мы в состоянии обеспечить использование инструментов онлайн во время бедствий, чрезвычайных ситуаций, как приспособить наши меры к тому, чтобы оказать поддержку самым маргинализованным группам. Заодно мы понимаем, какие появляются угрозы, что их количество растет, что необходимо искать решения, чтобы бороться с отрицательными последствиями коронавируса. Мы сотрудничаем с нашими локальными сообществами. Мы стараемся выполнить наше обещание, чтобы никого не поддавать маргинализации. Цели, которые мы хотим добиться в нашей части Африки, именно они сосредоточены на том, чтобы никто не оставлялся позади. Что предлагает наш форум? Мы начали исследование, которого главная цель – это оказать поддержку всем, абсолютно всем группам, чтобы обеспечить доступ к интернету всем группам, чтобы бороться с цифровым разрывом. Наши главные задачи. Мы хотим собирать информацию на тему организованных групп, на тему групп, у которых нет доступа к интернету. Мы хотим расширять решение, нацелены на открытый доступ к интернету всем. Мы хотим найти такие решения, которые позволят подключить всех к интернет-процессам, чтобы у всех граждан была возможность участвовать в интернет-мерах. Наша рекомендация обеспечит использование разнообразных инструментов, предоставление различных услуг. Мы будем направлять наше внимание на всех граждан Африки, будем обращать внимание тоже на уровень их цифровых квалификаций. Мы будем знакомить также наших участников с концепцией порядка в интернете. Будем их учить быть не только потребителями, но также и производителями интернет-услуг. Мы тоже хотим обеспечить субъектным детям с неполноценностью, детям организованными. Мы хотим обеспечить тоже доступ к интернету в сельских местностях. Мы просто хотим бороться с различными проблемами, чтобы никто не оставался позади, чтобы никто не поддавался маргинализации. Ни матери, которые остаются дома с детьми, ни жители, которые живут в сельских местностях. Так что мы будем распространять услуги онлайн для того, чтобы бороться с цифровым разрывом. Будем образовывать людей, потому что именно эти цифровые компетенции позволяют брать слово в интернете, принимать решения. Мы хотим обеспечить субъектность наших граждан. Образование – это только начало. Мы можем над этим работать уже сегодня и сейчас. Мы призываем наших граждан работать вместе. Это наша рекомендация, обязательства со стороны нашего IGF. Перейдем к четвертому блоку нашей сессии. Поговорим об экономиках и о времени кризиса и катастрофы. COVID связан с отрицательным экономическим эффектом для семей и отдельных лиц. Нет возможности работать, а также проводить деятельность для тех, у кого свой бизнес. Вы видите на экране голосование, которое касается экономических вопросов в контексте ситуации катастроф и стихийных бедствий. Я хочу задать следующий вопрос. Каковы лучшие практики и политики со стороны заинтересованных сторон в мире в связи с использованием экономики в это трудное время? И четыре высказывающих у нас. Господин Смит из Великобритании, из ИГФ, 3 минуты тебе, пожалуйста. Спасибо большое. Это Ник Уэнбен Смит. Добрый вечер. Здравствуйте.
Я высказываюсь от имени ИКФ Великобритании, я сотрудник секретариата. Наша комиссия реализовала разные программы в этом году. Мы осуществляем глобальные цели ООН и в контексте COVID. Учитывая то, что то мероприятие, которое мы организовали, имело место с 15 по 17 сентября, то есть во время COVID. Мы сосредотачивались на четырех темах: доверие, цифровая технология во время пандемии, инклюзивность, учитывая пробелы в компетенциях, и доступ, который усугубился в связи с пандемией, данные, прозрачность алгоритмов, что является все более значимым в это время. И последняя тема – это вопрос окружающей среды. Вначале я хотел бы сказать, что изо дня в день нам пришлось начать работать дистанционно. Мы разговариваем вместе с вами во время второго национального локдауна, то есть национального карантина. Мы осуществляем действия, которые возможны благодаря оцифровке, которая должна была осуществиться за считанные недели. Все эти практики необходимы для экономики. Мы все осознаем, насколько это важно для национальной экономики. Я хочу также обратить внимание, насколько важно то, чтобы у нас были мощные цифровые технологии. Экономика была подвержена под разным давлением, но оказалась твердой. Разные инвестиции были нужны для того, чтобы осуществлять наши действия и получать дивиденды в связи с действиями, которые мы в этом направлении предприняли. Я хочу обратить ваше внимание на то, что настоящие тенденции связаны с определенными пунктами нашей политики, которая помогла нам на этом пути и будет в дальнейшем нас вести в этом процессе. Прежде всего, правительство ввело партнерство на принципах партнерства с бизнесом, цифровую стратегию. И то, что мы делаем, это мы делаем на уровне всей страны. Мы говорим также о работе после пандемии. Мы говорим о том, чтобы to build back better, то есть восстановить еще лучше, чтобы это была среда с низкими эмиссиями, чтобы это было для следующих поколений лучше. Но этот подход сильно опирается на бизнес, на инновации. Это очень амбициозная национальная стратегия данных, чтобы использовать до максимума национальные данные. Но не только национальные, но также и бизнес-данные. Мы полагаемся на бизнес не только с цифровыми компаниями, но также и другими предприятиями, малыми и средними. Мы также сосредотачиваемся на рисках, которые связаны с бизнес-средой, цифровой средой. А тот факт, что решения нужно также применять в случае вредов, которые причиняются онлайн, это тоже стало причиной действий. Наш министр по цифровым вопросам сказал, что 85 тысяч инструментов, новых инструментов онлайн было запущено за первые 4 месяца. Спасибо большое. Давайте предложим сейчас взять слово Макане Фай из африканского ИГФ. Тебе слово, пожалуйста. Пожалуйста, придерживайся временного режима. Спасибо. Здравствуйте. Я вас приветствую из Дакара, из Сенегала. Большое спасибо секретариату ИГФ за организацию этой встречи. Стратегия для Африки очень нужна Африке. Региональные комитеты, интеллигентная Африка – это те действия, которые касаются пользования интернета в африканских странах. Технологии, особенно цифровые технологии, преображают наш континент, генерируют рост Африки, места работы и засыпают цифровой разрыв. Особенные цели связаны с построением безопасного цифрового рынка. Наращивается потенциал нашего общества, повышается доступ к интернету, засыпается разрыв, создаются мосты,
Потенциал человеческих ресурсов связан также с услугами по обучению онлайн. Нам нужно все-таки помнить о приватности и безопасности. До 2020 года 100 миллионов африканцев будут обучаться онлайн. Оцифровка цифрового сектора также будет значимой. И оцифровка также и здравоохранения будет играть все большее значение, и многие жители Африки смогут воспользоваться такими услугами. Мы также создаем программные обеспечения, мы рекомендуем политики и действия. Эта стратегия реализуется, опираясь на принцип солидарности и сотрудничества. Солидарность Африки из африканских стран, сотрудничество с международными организациями и, наконец, дальнейшее развитие. Цифровая стратегия – это основная инвестиционная цель. Мы начинаем это осуществлять в 2020 году. Спасибо большое секретариату за организацию этой встречи. Большое спасибо за это отличное высказывание. Сейчас быстренько перейдем к следующему высказывающемуся, господин Карлос Верас из ИКФ из Эквадора. Тебе 3 минуты предоставляются, пожалуйста. Соединение такого качества, что мы, к сожалению, не понимаем, что говорит говорящий. У нас по-прежнему многочисленные трудности, чтобы это принять на всемирном рынке. Вторым аспектом является то, чему мы научились во время пандемии. Очень важной является экономика, которая опирается на сообщество. К сожалению, мы слышим только отдельные слова. Мы вас не слышим. Мы тебя не слышим. К сожалению, мы тебя не слышим. Мне очень обидно, нам нужно перейти дальше, потому что мы тебя не слышим. Мы уже перебрали время этой сессии. Мы постараемся перейти к следующим говорящим, которые представляют Европейский ИГФ. У вас всех в совокупности 3 минуты, пожалуйста. Постарайтесь соблюдать временной режим. Спасибо, Марко. Мы постараемся говорить сжато. В этом году Евробиг прошло в июне месяце как виртуальное событие через несколько месяцев после вспышки пандемии. Мы говорили об европейской экономике после пандемии. Сначала мы хотели говорить о чем-то другом, но поскольку это все началось тогда, когда началась и пандемия, мы решили сосредоточиться на более неотложных вопросах. И мы говорили о том, как выглядит ситуация в контексте развития цифровой экономики в Европе, а также в контексте пандемии COVID-19. То есть наши панели относились ко многим разным видам
влияние пандемии на экономику, на инновации, на права человека. Мы провели живую дискуссию с говорящими из OECD, из Совета Европы и научных парков. Выступали также представители ученых. Мы провели виртуальные встречи. Я была одной из ведущих пленарную сессию, и я передам слово моему коллегу, который поговорит вкратце о том, что, какие выводы мы сделали после этих дискуссий. Мы сосредоточились на многих событиях, которые были связаны с пандемией. Мы задались вопросом, удержатся ли они. Мы сейчас хотим думать об обществе, которое мы хотим в будущем. Какую роль в этом обществе будет играть технология, которая опирается на цифровые решения. Мы говорили также о том, как с помощью технологий справиться с этой ситуацией. Мы знаем, что нам нужно засыпать этот цифровой разрыв. Нам нужен также подход смотрящего в будущее для того, чтобы поддержать инвестиции. Мы также должны инвестировать таким образом, чтобы улучшить интернет как главный канал коммуникации. Все это, конечно, происходит в каком-то окружении, экономическом окружении, поэтому нам нужно оценивать текущую ситуацию, смотря вперед и назад. И я, наверное, столько хотела сказать. Спасибо большое за то, что нам удалось все это осуществить. И, пожалуйста, отслеживайте то, что мы делаем, что будем делать в будущем. Спасибо. Мэри и Марсел. Мы приближаемся к концу этой сессии. К сожалению, у нас нет времени, чтобы провести дискуссию. Нам нужно уже закрывать наше заседание. Я хочу попросить Аню, чтобы она обсудила результаты наших голосований. Впрочем, это будет добавлено и отправлено в отдельные НРИ, для того, чтобы могли это распространить в своем сообществе. Это видно, да, это появляется. Это результаты. Мой экран является нестабильным, поэтому я не до конца вижу. В общих чертах, давайте я подытожу коротко то, что мы видим на этих результатах. Кажется, что наши участники видят, что цифровая технология имеет огромный потенциал, связанный с оказанием поддержки, помощи обществу. И ответ на вопрос, предпринимаются ли уже политики, вопрос, скорее всего, положительный, чем отрицательный. Это хорошая основа для того, чтобы НРИ работал также и в будущем. Мы думали о том, что было хорошим, что можно поправить на будущее. Спасибо, Аня. Как вы знаете, все главные сессии заканчиваются определенными сообщениями, и они готовятся организационным комитетом каждой из сессий. Спустя 2 недели эти материалы будут для вас доступными. Точно так же, как это было в случае других сессий ИГЭФ. Вначале выступающие, говорящие принимают на себя обязательства, касающиеся будущего функционирования ИГЭФ. И то, что мы предлагаем всему нашему сообществу НРИ в конце этой сессии, является следующим. Все участвующие НРИ 139 будут в дальнейшем поддерживать диалог, который является многосторонним, касающиеся интернета, приоритетов, которые касаются его. Это то, к чему мы хотим обязаться от имени всех НРИ. Это мы берем на свои плечи на последующие годы и месяцы. Большое спасибо за ваше присутствие. И передам слово еще Ане, чтобы она закрыла официально эту сессию. Я, пожалуй, закрою с огромными словами благодарности Флаве и Анели. Знаю, что не было легко сосредоточиться на этой сессии. По многим причинам вы сделали много. И я знаю по опыту, что это не просто вести такую сессию. Это уже сигнал, что нужно начинать следующую сессию. Все хотят много сказать и иметь что сказать,
Но мы с удовольствием, конечно, слушаем о лучших практиках. Спасибо, НРИ, за работу на протяжении всего года. Спасибо заинтересованным лицам, участникам, которые были с нами. Кто-то уже сказал на чате, что очередная сессия, которая касается безопасности, пройдет именно здесь, в этой комнате, в Zoom. Вы не обязательно должны нас покидать, но я должна уже закончить, дать шанс начать следующую сессию организаторам. Все, что вы увидели на слайдах, все эти сообщения также будут в списке по рассылке МРИ. Клаудио, большое спасибо за организацию замечательной сессии. Большое спасибо, Аня, и тебе спасибо. Так что сейчас мы все переходим к следующей сессии. Спасибо. Спасибо всем за хорошее модерирование, Аня. Спасибо. До свидания.